теплоход «Анна Каренина» причалил к Химкам. На берегу несколько десятков людей. Все они представители одной из самых важных и нужных профессий. 16 июня страна отмечает День медицинского работника. В честь предстоящего праздника для врачей организовали прогулку по каналу имени Москвы. Огромное спасибо главе городского округа Дмитрию Владимировичу Волошину, всей администрации городского округа за вот это внимание, такой подарок и возможность отдохнуть нашим сотрудникам, пообщаться уже вне рабочей обстановки, повеселиться, пошутить, посмотреть на красоты нашей окружающей природы, на наш очень красивый, замечательный город с воды. Со словами благодарности и поздравлениями к врачам обратился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. Денно и ночно вы трудитесь для того, чтобы мы, химчане, были здоровы, а соответственно были счастливы, радовались жизни. И это очень большая заслуга ваша в первую очередь. Поэтому я желаю всем вам, конечно же, самим крепкого здоровья. Здоровья вам, здоровья вашим близким. За то, чтобы все ваши начинания увенчались обязательно успехом. Поздравления врачей в преддверии профессионального праздника – это традиция, которая существует в Химках много лет. Но внимание им уделяется не только в празднике. Для медиков предусмотрены социальные льготы. В больницах регулярно обновляется оборудование и проводится ремонт. Все для того, чтобы им было комфортно выполнять свою главную задачу – беречь наше с вами здоровье. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.